Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. Хочу представить вам свой авторский курс «Живая запись от А до Я». В этом многосерийном курсе я хочу открыть вам все секреты и практические приемы студийной работы с музыкантами. Каждая серия будет посвящена отдельным темам, таким как запись живой ударной установки, запись бас-гитары и электрогитары в домашних условиях, запись основного вокала и бэк-вокалов, редактирование записанного материала, в том числе выравнивание партий и корректировка вокала, и, конечно же, сведение и мастеринг. Я покажу вам весь процесс работы над композицией от самой начальной подготовки к первой записи до создания финального мастера и его публикации в интернете, абсолютно последовательно, не оставляя ничего за кадром. Помогут в этом мне мои друзья, профессиональные музыканты. Этот курс будет особенно полезен музыкантам, исполнителям и звукорежиссерам, работающим с полноценными живыми коллективами, а также начинающим продюсерам, которые хотят открыть для себя и узнать все тонкости процесса записи живых инструментов с минимальными затратами. К слову, все партии и композиции в этом курсе, кроме ударных, записаны полностью в домашних условиях с минимальным набором оборудования. В заключительной пятой серии курса «Живая запись от А до Я» мы рассмотрим проекты сведения и мастеринга композиции. Вы узнаете, как обрабатывать каждый инструмент, как выстраивать общий баланс, как работать с автоматизацией, познакомитесь со стем-мастерингом, а также узнаете о дальнейшей публикации трека в интернете. Ну что, вы готовы окунуться в мир живого звука? Тогда давайте начнем прямо сейчас!